Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня... То, что меня прям напугал! Ты что, с ума сошел? Иди сюда, ладно, иди. Иди, мой касатик. Друзья, сегодня я вас хочу взять на необычное шоу, и я уверен, что большинство из вас даже такого не видели. Как бы вам объяснить, что это за шоу? Это, наверное, что-то среднее между фрик-шоу, между шоу-пародий, что-то похожее на шоу Александра Пескова. Помните такой, да, пародист был? Почему был? Он и сейчас есть. Ну, мне кажется, как бы его время уже ушло, наверное. Вот. Но это более качественное шоу. Мы ходили с сестрой Хизри. Зайнаб из Франции приехала. Вот у нас такая новогодняя культурная программа продолжается. Вот, поэтому сводил ее на... У них у этого коллектива, Евдокимов шоу это называется. У них сейчас 20-летие и его коллектива. Я их знаю очень давно, потому что, когда я работал у Шуры, в те года еще, в его программе всегда участвовали люди такого жанра. На самом деле это интересно, это весело. Это такие корпоративные коллективы, которые очень... Вписываются всегда в любое мероприятие. Они, кстати, часто выступали перед Наоми Кэмпбелл. Не знаю, чем они запали ей. Но я знаю, что немного раз к ней ездили, выступали. Вот, хочу обратить внимание на костюмы. Это нереальные костюмы. Коллектив просто громадный. Поэтому посмотрите и напишите свое мнение, что думаете. Все, приятного просмотра. До скорых встреч. Пока-пока. А я вас всех обнял, приподнял, поцеловал, все сделал. Смотрю сюда, то на себя, то в камеру. Тоша. Молодец. Узнаете? Зайнаб. Мы пришли на шоу. Сейчас покажу, какое. Thank you.
Ha ha ha!
Спою вам. Хотя вы этого и не заслуживаете. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет. Мне нравится, что можно быть смешно распущен и не играть словами. Да. Давай наш любимый. Надюша, давай. Вагончики. Открою душу мне, матросик, бедняжечка. Как тяжело на свете жить, бедняжечка. Сойдет на станцию и прощается. Вагончик тронется, перо останется. Все мне ясно. Столько лет ясно.
молодец, ради этой встречи с тобой. Все счастье, как ты самая, но ведь и предательня не напрасно было. Танцуют все! Танцуют! Сошелся клином белый свет, на тебе сошелся клином белый свет. Я рад, что ты со мной. Я тут великие дела. Анастасия Бабанова.